Здравствуй, дорогой друг! Шалюта в эфире. Что ж, давай обсуждать все самые-самые последние новости. Новостей у нас немного, но они очень интересные. Пойдем с самого начала. В Швейцарии прошел мирный саммит, где решали судьбу конфликта России и Украины. Что было самое важное? По тезисам. Аккурат, четко перед началом саммита, Владимир Владимирович обратился к миру и сделал предложение. Предложение мирного урегулирования конфликта. Что оно все включало? В первую очередь то, что Украина оставляет земли России, уходит на свою территорию, отказывается от членства в НАТО и, конечно же, с Россией снимают все санкции. Собственно, это все мир. По сути, вся просьба сводится к тому, чтобы от России отстали и чтобы нас не трогали. Владимир Зеленский посмотрел на эти требования и назвал мирное предложение Путина по Украине ультиматумом, который, говорит, неприемлем вообще никак. Соответственно, затем начался саммит, а все сошлись на том, что надо что-то делать, но что конкретно делать, никто не понял. Вице-президент США допустила, что конец конфликта не должен определяться без участия Украины. Это уже что-то. Осталось только допустить присутствие России на переговорах для того, чтобы достичь мира. Так сказать, что присутствовали все стороны конфликта, а не только там страны условного G7, которые к конфликту в принципе не имеют никакого отношения. Что интересует и волнует по итогам саммита конкретно европейцев и западников а вернуть контроль киева над запорожской аэс возможность свободного судоходства в азовском и в черном море и призыв к освобождению пленных в целом требования запада относительно не густые в целом, если исключить из переговоров Украину, то, наверное, с Западом, может быть, даже получится договориться. А в свою очередь Зеленский сам по себе не отчаивается. Он заявил, что предоставит России мирное предложение после согласования с международным сообществом. То есть президент Украины, страны демократической, независимой и абсолютно свободной, которая ведет боевые действия с огромной тоталитарной страшной Россией, хочет согласовать свой план мирного урегулирования Согласовать его он хочет ни с кем иным, как с Западом, а не с Россией, с которой ведет конфликт. Это как минимум странно, но как бы таковы наши реалии. Такова свободная Украина. Ну и опять же, со слов Зеленского, тогда на втором саммите можно будет завершить конфликт. Верим или нет, пишите в комментариях. Российский флот прибыл на Кубу, наш военный фрегат и подводная лодка. США, в свою очередь, тоже направили туда свою подводную лодку, а правда в порт ее не пустили, она сейчас где-то на дне залива дежурит, охраняет. Наша дипломатическая миссия очень сильно и особо подчеркивает момент, что Россия не угрожает США своим присутствием на Кубе. Наши корабли направлены на Кубу для борьбы с морским пиратством в Монголии. Тем временем до побережья США остается всего 180 километров. Как вы думаете, к чему это приведет? Возможно, к новому карибскому кризису напишите в комментариях. Саудовская Аравия не будет продлевать 50-летнее нефтедолларовое соглашение с США, срок действия которого истекает 9 июня 2024 года. То есть вот уже сейчас. Собственно, это позволит саудитам продавать нефть абсолютно в любой валюте, а не только в долларах. Комментировать такую новость только портить. Но есть один вопрос. Интересно, в чем будут торговать? В юанях? В бриксах? Или, может быть, в рублях? Хотя я бы делал ставку на арабские дублоны. 94% россиян считают себя патриотами. Уровень патриотизма в России существенно вырос с 2016 года. В 2016 году он был в районе 80%, сейчас 94%. Сегодня в условиях СВО все общество консолидировалось. 58% россиян считают, что военная операция объединяет нашу страну. Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Тут же правда очень интересно ваше мнение. Лично я это связываю с тем, что мы открыто начали предлагать миру свои э, взгляды на внешнюю политику, защищать традиционные ценности, наш суверенитет и активно транслировать на нашу собственную позицию, национальную, в целях нашего как бы, государственного интереса. Так сказать, сами занимаемся определением своего будущего. Уважение к себе и к своим ближним – вот залог патриотизма в обществе. Но это исключительно мое мнение. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не исключает возобновление контакта с Владимиром Путиным. Есть, говорит, только одна небольшая проблема. Говорит, что нужен подходящий момент и конкретный предмет для обсуждения. Сейчас, говорит, конкретного предмета для обсуждения просто-напросто нет. Давайте с вами предложим Олову Шольцу пару тем для обсуждения с Владимиром Путиным. У меня даже список небольшой есть. Если я что-то забыл, тоже пишите в комментариях. Начнем с самого начала. А, сука, а кто взорвал Северный поток? Чем вам не тема для обсуждения? Когда и кто будет чинить Северный поток? Тоже отличная тема для обсуждения. Где идите вон налево турбина «Сименс» для осуществления работы оставшейся ветки газопровода? Олаф Шольц. Где турбина? Нужен ли немецкой экономике российский газ для выхода из кризиса? Тоже вопрос довольно-таки животрепещущий. Его тоже можно обсудить Шольцу с Путиным. Ну и, собственно, отдельный вопрос для Олова Шольца с моей стороны. А, возможно, стоит ввести санкции не только на российский газ, возможно, возможно, секундочку, а стоит ввести а, еще санкции на российские удобрения, тогда ваши фермеры будут вам чрезмерно благодарны. Для тех, кто не в курсе, ранее Германия производила эти удобрения с использованием российского газа, сейчас сейчас с использованием российского газа это очень дорого, и Германия напрямую покупает удобрения в России. Ну и сами понимаете, немецкие фермеры просто в диком восторге. Ну, собственно, это очень малая часть из предметов для диалога. Я думаю, мы с вами в комментариях соберем целый пул, целый пакет, который отправим Олову Шольцу для обсуждения. Самолеты, аэробус и Боинг стали опасными из-за поддельного титана. Сообщили, что компании, которые отказались от российского титана, вынуждены пользоваться контрафактом с поддельными сертификатами и низким качеством. Сотрудники производства обнаружили в очередной партии металлы с дырами от коррозии. Справка для тех, кто не в курсе. Титан не подвержен коррозии. Важно, отдельно отмечается, что количество самолетов, произведенных с использованием несертифицированного титана с фальшивыми документами о подлинности, в принципе, неизвестно. Сколько их произвели, как бы непонятно. Какие выводы делаем? Теперь летаем либо только на старых аэробусах и боингах, либо теперь летаем только на новых российских самолетах, либо летаем только поездами. Вариантов больше нет. Новые самолеты аэробуса и боинга небезопасны. Внутренние органы Украины. Экс-заминистра Минздрава Украины задержали по делу о продаже органов. Вместе с ним задержали еще 10 врачей. Собственно, о чем речь? В чем их подозревают? А подозревают их в незаконном излечении и вывозе за рубеж человеческих органов. Их обвиняют в организации схемы незаконного изъятия анатомических материалов у людей, находящихся в беспомощном состоянии с целью их дальнейшей трансплантации. То есть люди на это согласие вообще совсем не давали. Были как бы против. Жесть. Ну и да, прайс на аналогичные услуги были ранее найдены на боевых позициях в Харьковской области. И как бы помните, еще где-то примерно год назад разговоры на эту тему считались конспирологией и высмеивались в обществе. А сейчас вон как бы нет официальные новости из Украины. Конкретно задержали главу Минздрава. Конспирологи опять оказались правы. На Украине торгуют человеческими органами. Просто живите с этой информацией. В Министерство обороны передана партия учебно-боевых самолетов Як-130. Эти самолеты выпущены Иркутским авиационным заводом. Они позволяют обучать пилотов боевых самолетов поколения 4+, и 5 в условиях, приближенных к реальным. Ну вот, к слову сказать, вы знали, что в Иркутске находится авиастроительная корпорация, которая собирает такие самолеты, как Сухой Суперджет-100, магистральный самолет МС-21, а еще делают Як-152. Это учебно-тренировочный самолет. Собственно, я прекрасно знал, что в России есть производство самолетов, что оно довольно масштабное, большое и продвинутое. Но то, что оно находится от меня вот буквально рукой подать, и можно доехать за несколько часов на машине, я как бы этого не знал. Об этом нужно просто больше рассказывать. У нас реально вот под боком находится производство гражданской авиации и как бы я об этом не знал. А на секундочку я пропагандист. Собственно, я не дорабатываю и общая российская пропаганда не дорабатывает. Собственно, где информация об этом? Кто об этом рассказывает? А никто об этом не рассказывает. Об этом даже я не знал, не говоря уже о вас. Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России. Здрасте, приехали, они возвращаются. Что значит было? Они а, в 2022 году де Юра вывели с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, другие тоже свои марочки. А, а де-факто они по факту у нас остались. На самом деле, условно, сбой в поставках был, может быть, месяц-полтора, ну максимум два. И то в эти два месяца распродавались остатки на складах. И по факту обычные граждане ухода к колы вообще не заметили. Кола как была в магазине, так и осталась. Затем, если вы помните, на рынок пришла добрая кола, а дальше начали поставлять всю линейку изо всех концов мира. Лично я за два года Попробовал колу из Казахстана, Ирана, Дубайска, Англии, Италии. И сегодня утром я у себя достал из холодильника пепси. Я вот фоточку прилагаю. Эта пепси на секундочку сделана в Афганистане. Если так подумать, то это определенно не весь перечень стран, откуда нам поставляли кока-колу. Лично я не всегда смотрю на место производства. Я просто беру то, что мне нужно и иду дальше. Так вот, собственно, в апреле этого года кока-кола подала в Роспатент заявление о том, что опять регистрирует свои товарные знаки и будет возвращаться на рынок. Остается лишь только один вопрос. На кой ляд они, в принципе, уходили с нашего рынка? К чему был нужен этот популизм? 60% россиян в мае этого года заявили о ухудшении качества товаров, заместивших ушедшие с российского рынка бренды. Осенью 2023 года таких россиян было всего 44%. Что я хочу сказать по этому поводу? На сегодняшний день россияне реально готовы платить дороже больше за товар, который произведен у нас в России, но только при одном простом условии, если этот товар будет лучшего качества. Таких абсолютное большинство, таких все мои знакомые, такой я. Не проблема заплатить вместо 500 рублей, там 1000 рублей, это правда, это не вопрос. Просто. Дайте товары нормального адекватного качества. Но э, реалии у нас таковы, что барыги э, предпочитают перепродавать товары из Китая, при том брать самый низ рынка и делать максимальную наценку. Свое производство принципиально делать никто не хочет. Это единичные маленькие компании, которые мне дико нравятся. Я рекомендации скину у себя в телеграм-канал обязательно. Ну и сами, пожалуйста, тоже поделитесь комментариями, своими рекомендациями именно российских наших брендов, которые делаются у нас в России. Неважно оборудование, одежда. Может быть, электронная техника какая-нибудь, ей-богу. Ну а так на сегодняшний день мы просто видим на нашем рынке капитализм. Барыги делают так, как дешевле, и зарабатывают бабки. США ввели санкции против московской биржи. Собственно, что это значит и что будет дальше? А более на московской бирже, да и в принципе в России, у нас нет возможности активно торговать валютой. Больше не будет никакой активной спекуляции. Курс доллара и евро будет определяться внебиржевыми ставками. Что это значит для рядового россиянина, вот конкретно для меня и для тебя? Изначально многие начали устраивать истерику, начали говорить, что курс доллара сейчас будет минимум по 200. В обменниках даже создали очереди определенного характера, то есть люди выстроились в эти очереди, такие типа, да, скорее покупаем доллары, покупаем зеленые бумажки, потому что они опять вырастут в цене. Сука, их жизнь ничему не научила, после того, как они покупали доллар по 150, в надежде, что он вырастет и будет стоить 300, потом вложили все в криптовалюту, в надежде, что это валюта будущего, да, а потом вот в итоге опять на круге своя все вернулось, и они опять бегут покупать доллары, чтобы потом они стоили там по 200. Людей, правда, их как бы история, жизнь, опыт ничему не учат. Их как хомячков по этому кругу сансары гоняют туда-сюда, туда-сюда. Они все равно бегают, покупают, блядь, блядь, тратят. Ну, барыги навариваются, в чем проблема? Классно. Ну, а по факту Россия перейдет все свои резервные активы в юане и будет хранить бабки в юанях. Вероятнее всего, как говорят аналитики, курс доллара снизится, вероятно, даже достигнет 50 рублей из-за отсутствия спекуляции на рынке. И это огромная проблема для России на самом деле, потому что наши власти, руководство нашей страны, для нас выгодно, чтобы доллар был как бы подороже, пока торгуется еще в долларах нефть и газ. Мы, естественно, будем активно пытаться тянуть курс доллара наверх, рынок его будет опускать вниз, потому что он нахер никому не нужен. Ну и, собственно, в результате у нас будет один выход. России нужно будет отказаться от торговли своими ресурсами в долларах, и перейти на торговлю в юанях. Вариантов больше нет. Потенциально для граждан, для нас с вами, не меняется вообще ничего, раз только доллар теперь будет купить чуточку сложнее, когда вы едете куда-то. Нужно будет совершить там не три транзакции, а четыре транзакции. Ну и переплатить на комиссии дополнительные 0,5%. Собственно, все. Все остальное остается, как и прежде. Вот вам, пожалуйста, санкции ввели. Молодцы, классно. Собственно, еще раз подытожим. Для граждан абсолютно по барабану, потому что айфоны из Китая поставляли сначала в Казахстан, потом за казахские тенге поставляли в Россию, и все замечательно, как было, так и есть, и технологии это отработано. Категорически в жизни ничего не изменится. По крайней мере, точно не из-за этих санкций. В городе Кудрово замечен изер, который заставляет курьеров подниматься пешком на 23 этаж. Значит, что происходит? Он пишет указание в комментариях к заказу, что лифт наверх не поднимается, что лифт едет только вниз. При этом, как бы, курьер, он может подняться на 23 этаж на лифте, для этого нужно подойти на ресепшн к этому консьержу, взять ключик, который консьерж дает без проблем, и после этого зайти в лифт и подняться наверх. Но! В случае, если курьер так делает, этот садист пишет жалобу, что курьер не выполняет условия, которые указаны в комментариях после чего на курьера со стороны организации ложатся санкции. Это довольно забавно, что курьерская служба в этой ситуации выступает на стороне клиента, типа они с ним работают в связке и просто заставляют носить доставку из вкусной точки пешком на 23 этаж. Это максимально абсурдно. Если бы я мог делать так же, я бы, наверное, так делал, потому что, ну, это реально, это забавно, и это бред, и это, ну, правда, это очень жестко, типа, заставлять человека нести твой гамбургер с первого этажа на 23 этаж. А может быть, он так пытается компенсировать тот факт, что он очень жирный, живет наверху, и ему надо ходить пешком, чтобы худеть, но он заставляет худеть курьера, типа, сложная логическая мысль, ее опустим, пойдем дальше. За что могут оштрафовать российских дачников в этом году? Пойдем по списку. Неправильно установленный уличный туалет, сырники, костры и слишком громкая музыка. Также, дополнительно, штрафы можно получить, если вы решите помыть на даче свою машину. Грязь попадет в почву, тем самым загрязнит участок соседа. И еще один штраф можно будет получить за то, что у вас колодец глубже 5 метров. Не уточняется, как бы, это должен быть новый колодец или это старый колодец. Потому что я знаю, что есть колодцы там глубиной по 7 метров, по 10 метров. И что делать в этой ситуации? Засыпать или как бы закрывать, консервировать? Непонятно. Но сам факт. Кто-то, возможно, хотел, как в Европе, вот, пожалуйста, как в Европе. Мы теперь не можем на своих дачных участках делать ровно то, что мы хотим. Еще чуть-чуть и будем ставить заборы у себя на даче исключительно после согласования с самым главным инспектором. Ну, потому что не гоже же у себя на даче делать то, что вы хотите. Как бы окей, ладно, разводить костры. Это около пожара опасно. Допустим, мыть машину на территории тоже не очень хорошо. Уличный туалет, ну как бы окей, ладно, тоже каким-то образом можно притянуть, что там какие-то сточные воды куда-то попадают, и это не очень хорошо, потому что там у кого-то может быть скважина, а у вас тут говно впитывается. Но колодец. Колодец глубже 5 метров нельзя. Почему? Я этого не понимаю. Собственно, я на этом с вами прощаюсь. Новости закончились. До скорых встреч. Пока-пока. Лайк, подписка, колокольчик обязательно.